Beynəlxalq Ticaret Mərkəzinə gələn Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri Leyla Əliyeva, mərkəzin foyesində sərgilənən Heydər Əliyev Fondunun nəşirləri, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının və ətraf mühitin qorunması üzrə IDEA kampaniyasının fəaliyyətini əks etdirən fotolarla tanış oldu. Sonra Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının 6-cı forumu açıq elan edildi. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının dövlət himnləri səsləndi. Конференции Хейдер Әлиев фондының вице-президенті Лейла Әлиева ачты. Наша организация родилась в России, и с самого начала своего создания следует идее межкультурного диалога и сотрудничества. АМОР объединяет азербайджанскую молодежь, проживающую в России, помогает ей интегрироваться в российское общество и достойно представлять свою страну. С Россией у Азербайджана всегда были теплые и дружественные отношения. У нас общая история, общие победы и достижения. В наших странах проживают люди различных национальностей, народов и религий. И они проживают в полном мире, согласии и уважении друг к другу. В Азербайджане с большой любовью относятся к великой русской литературе, культуре и искусству. С момента обретения независимости в нашей стране в полном объеме сохранилось изучение русского языка в школах, а также в вузах можно получить образование как и на русском, так и на азербайджанском языке. У нас действует Славянский университет, был открыт филиал Московского государственного университета имени Ломоносова, а недавно открылся первый в мире филиал Московского государственного университета имени Сеченова. И теперь наши врачи могут обмениваться опытом и работать вместе. Близость наших отношений подтверждается и вся деятельность АМОР. Наша молодежь делает все возможное для укрепление и сохранение дружественных отношений между нашими странами. Сегодня у нашей организации более 70 региональных отделений по всей России. За время своего создания наша организация проделала большую работу, реализовала много идей и достигла высоких результатов. Но самое главное – что все, что мы делаем от чистого сердца и самыми благими намерениями. Я горжусь, что у нас такая умная, активная и позитивная молодежь. И я от всей души хочу вас всех поблагодарить за вашу поддержку, за ваше доверие, за ваш энтузиазм, за ваши идеи и за вашу веру. Я уверена, что впереди нас ждет еще очень много интересного, а вместе мы сможем преодолеть любые проблемы, перешагнуть через любые трудности и сделать еще очень-очень многое для наших стран, для наших народов. Daha sonra Gənclər Təşkilatının fəaliyyətini əks etdirən video çax nümayiş olundu. Rusiya Federasiya Şurasının sədri müavini İlyas Umaxanov Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının Qafqaz və Rusiya üçün əhəmiyyətindən və Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləməsindən danışdı. Для меня весьма почетно и приятно находиться в этом зале. И от имени Совета Федерации, сенаторского корпуса, председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко передать вам всем привет, пожелание успешной работы и успешной многогранной деятельности Азербайджанского молодежного объединения России. Я думаю, Азербайджан не только широко шагает, он сегодня раскрыл свои двери мировому сообществу. На высочайшем уровне проведено было и Евровидение, и первые европейские игры. Я вас поздравляю с этим. Это, безусловно, работает на авторитет Азербайджанской республики. Dövlət Dumasının MDB məsələləri üzrə komitəsinin sədri Leonid Slutski isə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının çoxşaxəli fəaliyyətini və onun rəhbəri Leyla Əliyevanın şəxsi töhfəsini yüksək qiymətləndirdi. Azərbaycanın günü-gündən inkişaf etdiyini vurguladı. Azərbaycan za 20 с лишним лет нашей общей новейшей истории прошел очень непростой путь. И основатель сегодняшнего современного азербайджанского государства великий Гейдар Алиевич Алиев всегда говорил о том, что Азербайджан и Россия должны быть вместе.
Азербайджан справился, казалось бы, тяжелейшими задачами, и многие не верили на постсоветском пространстве и в мире, что Азербайджан сможет с ними справиться. Azərbaycanda uğurla reallaşan layihələr ilk Avropa oyunlarının yüksək təşkil edilməsi haqqında danışan Leonid Slutski ölkəmizdə keçirilən parlament seçkilərinə də toxundu. Сегодня полетим в Баку. Наша делегация уже находится там. Да, есть оппоненты. Оппоненты, которые уже немножко надоели нам своими заезженными шаблонами. Сегодня недаром делегация так называемого Бюро по демократическим институтам и правам человека, БДИПЧ ОБСЕ, отказалась от поездки на выборы в Мелемеджлис. А почему отказалась? Мой ответ очень простой. Не к чему придраться. Ниоткуда взять тот негатив, который им так хочется дать мировому сообществу. Rusiya prezidentinin humanitar məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Shvitko isə Gənclər Hərəkatının lideri Leyla Əliyevanın Rusiyanın gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlığa, Rusiya-Azərbaycan humanitar əlaqələrinin möhkəmlənməsinə yönəlmiş fəaliyyətindən danışdı. Azərbaycançı, vy çaşt naşı jizni. I eto, tak zi kak ya nadeyus, my çaşt vaşı jizni. I eto oçin vajno. Eto, ponimayte, my svoy istoriçiski vybor uje sdelali. Нам не надо рассказывать друг другу, что мы должны любить друг друга. Мы уже любим друг друга. Москва мэриясының департамент рәхбәрі Владимир Черников Бакының гөзәлігін қейд етті. Лейла Әлиеваның басшылығы алтында тәшкілатын бір чоқ мүхім ішлер көрдіңіне дикете чатырды. Здесь собрались те люди, которым решать, а в каком мире жить придется вам и вашим детям. Важно то, чтобы мы все понимали эту ответственность и сделали все от нас зависящее, чтобы над нашим миром, над нашим общим домом Земля всегда было солнце, не было войны, и мы могли спокойно жить, радоваться жизни, делать добрые дела, о которых прекрасно рассказала уважаемая Лейла Ханум. Спасибо огромное вам за эти самые добрые дела. Владимир Черников Москва мэри Сергей Собянинин форум иштиракчыларына мектубуну окуду. Русия Дәүләт Гуманитар Университетинин ректору Ефим Пивовар Азербайджанлы гэнчлер тешкилатынын фаалиятынан мемнунлук ифаде этти. Здесь присутствует вот небольшая такая как капля, но очень важная составляющая, выборка того самого великого достижения, которое мы называем сохранившимся единым образовательным и гуманитарным пространством двух наших народов, двух наших государств. С чем я вас и приветствую, и поздравляю с этим. Ведь великий Гейдар Алиев, сохраняя русский язык, а я это живой свидетель этого, удалось сохранить это гуманитарное и образовательное культурное пространство. И, конечно, Амор и является проявлением, конкретным проявлением этого великого достижения. Гэнчлер Вейдман Назири Азат Рахимов, Тэсил Назири Микаэл Джахбаров, Азербайджанның Русиядагы сәфири Полат Бюлбюлоғлу, Москва Дәүләт Бейнахалк Элагалар Университетінің тәләбәсі Полат Талыбов, Азербайджан гэнчлерінің Русия Джамиятінің интеграциясында Русияның Азербайджанлы гэнчлер бірлігінің ролуны юксей кимәтләндірділәр. Tədbirin sonunda əlaçı tələbələrin təşkilatın keçirdiyi müsabiqə qaliblərinin və gənclər təşkilatının fəallarının təltif edilməsi mərasimi keçirildi. Leyla Əliyeva Rusiyanın ali məktəblərində əla qiymətlərlə oxuyan azərbaycanlı tələbələrə gənclər təşkilatının əlaçısı diplomlarını təqdim etdi. Daha sonra forum iştirakçıları forum çərçivəsində müxtəlif mövzularda keçirilən bölmələrdə iştirak etdilər. Mehriban Əfəndiyeva, xəbərlər.